Ох ты, профессионал. Не участие организации. То бы я меня похвалил, а если я сам тебя не похвалю, никто не похвалил. Молодец, молодец, молодец. Да. Имеется в виду совсем иное. Не организация вот таких мероприятий. Организация производства такого изделия. Какого-то творчества. А где у вас ваш аэродром есть? Ваш аэродром есть где-нибудь? Чернигове написал. А это только здесь? Чернигове аэродром. А здесь нет ничего? Граница на замке. Там можно какое-нибудь поле выкосить и все. Не хотят, они ленятся. Косить надо. Ну косить надо. Мы находимся. Поможем, может быть, с косой приедем. И вилами. У нас когда-то был очень хороший аэродром тут. Трава такая, ну луг типа. Ну я когда был, когда при мне директор, я был тут, когда этого мероприятия все. Официально числился, работал, да. А потом у нас такой есть тоже авиационный друг, его друг, кстати, который решил посадить ячмень на этом поле. Причем поле не оралось, наверное, лет 50, вот и что. Да? И он все это дело перепахал и посадил ячмень. Причем посадил этот ячмень где-то, наверное, в июне месяце. Ну это вообще придурок какой-то был. Но он такой и есть, он такой экспериментатор. Короче, ячмень этот вырос, ну, наверное, такой. Я даже успел там побывать внутри ячменя. Совершил вынужденную посадку этот ячмень. Там у нас была такая... небольшой кусок участок поля, где можно было как бы взлетел, ну и летишь уже над ячменем над этим. Да-да. Вот. И ячмень этот, как говорится, загубили, потому что он не просто не дозрел, потому что поздно его посадили. Ну, да. Но поле тоже еще. И все, так что аэродрома нету и ячменя нету. Ячменя нету, да.